Всем привет! Вы на канале Принцесса Кейт. И сегодня я снимаю видео про виноград в Якутске. Виноград может вырастить каждый, у кого есть подвал, чтобы убрать виноград на зиму в подвал, чтобы он не замерз. Его надо солить в 20-литровую емкость вот такую. А потом весною обратно в теплицу, чтобы он не снова рос. Его надо обрезать где-то сантиметров 40. На зиму обрезать. На зиму. А потом весной он опять разрастается и пускает новые плети. Покажи, в этом году он нас порадовал первым урожаем. Вот таким. У нас еще есть второй виноград. У него много гроздей. И они длинненькие, как пальчики. Раз, два, три. Три года. Да нет, это не три, да больше. Нет, больше оказывается. Вот здесь еще. Да, много больше. Да. Вот, вот, вот. Вон там еще вдалеке. Вот здесь. Сделан. Но тот виноград зато уже почти соспел. А этот только начинает. Вот. Вы были на канале Принцесса Кейт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!